Всем доброго дня! С вами Марина, и сегодня я буду готовить кабачковый пирог. Для этого мне понадобится мука, растительное масло, молоко, сахар, кабачок, куриные яйца, ванильный сахар, щепотка соли, мускатный орех, корица, крахмал кукурузный и измельченные орехи. В данном случае я использую арахис, но орехи можно применить любые. Кабачок хорошо помыла, обсушила его бумажным полотенцем кухонным, отрезаю хвостики и буду натирать его на крупной терке. Кожуру я не снимаю, потому что кабачок молодой, можно использовать кожуру. В замесочную чашу ввожу все сыпучие продукты. Сахар, специи, крахмал. Просеиваю муку. Все хорошенечко перемешиваю. Теперь ввожу яйца, молоко и растительное масло. Все буду ставить в замесочную машину. Замешивать тесто сначала на небольшой скорости, постепенно скорость слегка увеличу. В получившееся тесто ввожу кабачок и половину орехов. И все хорошенечко еще раз перемешиваю. Форму я предварительно смазала сливочным маслом и присыпала мукой. Выкладываю в подготовленную смесь. И равномерно ее распределяю по всей поверхности. Разровняв все тесто, сверху присыпаю обильно орехами. Ставлю в разогретую духовку до 180 градусов для запекания. Пирог выпекался 40 минут. Даю ему время остыть и затем буду вынимать из формы. Кабачковый пирог готов. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, смотрите другие мои видео. И до новых встреч!